Так маги могут давать бомбы, если они могут их обновлять все время, да, ну, без прок. Типа тут ничего Ну, страшного нет. да когда это, когда порог А, не там уже работает. была метка, поэтому пришлось. Да тут не суть, мага можно обновить бомбу, она не хлопнет, блядь. Если они еще раз запорят, убиваем, блядь, не будем падать, да, ну его нахуй. Да, давай, ладно, хорошо, сейчас если запорите, будем убивать так, но ГП я начислю. Да не по соточке, а мои правила, 1000 ГП и все, и пацаны будут думать, а стоит ли мне бить Масуха или не стоит. Просто. Походу тут включается у людей... Ну, тогда серое вещество в голове, когда говоришь о ГП. Дима, как на личче, блядь, собрал 25 гер, взорвали ловушку, дал по 200 ГП, блядь, следующий трай, идеально все сделали, убили, поняли, что я им с ними шутить не буду, блядь. То же рекомендую самое. Рекомендую давать ГП не на основ, которые в ульде, а на твинков, которые врываются, на плащи, на чешки. И тогда точно буду думать, а стоит ли мне быть масухой, а стоит мне бомбу обновлять. А стоит мне цепуху кастовать на 7к? Еще Коноп, скажи, что это рейд был 270к ДПС на сурке. Да, кстати, и это рейд был 270к ДПС, блядь. А эти шкаф шамана с манем на реку бежит. Я первый раз вижу, чтобы такой рейд бил лича. Причем со второго трая, заметил его, только ГП хапнули, блядь. А эти шкаф. И начнем. Джесс, никого не меняли, там, блядь, ну... Пики. Да что там ДПС увеличился? Я там кикнул, двух людей заменил. Пикните наш сумом, пожалуйста. Сейчас фулу присумоним и сразу давайте фулбах. То фул здесь, фулбах. Он заморозил рейд на синдре, блядь. Каску, кулак, пинту, тест. Стоим также, звездочки стоит. Четвертая пати. Наоборот, звездочки стоит. Третья пати, четвертая стоит в кружочке. А еще рыбы нет? Все остальные стоят под боссом и не бьют массой. Еще раз напишу. Листу болтайте, пожалуйста. Да еще реагируйте побыстрее, если на вас метка, бегайте с ней сразу из рейда. Там микролабик, ты стоял секунды 4, наверное, с ней. 1 000 000 босс вот хилил. Все, начинай, Коноп. Давай. Станьте все в кружок, прямо красный под босса, Джанси, Фулла. Станьте все ближе под босса. Смотрим. Правые пати отбежали. РТДшки можете экономить ману, стоять там, жезлом ковырять. Опять правая пать отбежали. Левая пать отбежали. Копии мага сейчас убьют, правые отбежали. Тоби, выходи из рейда. Давайте забегите.
У меня в зоне парни, осторожно. Правый пойдет бежать. Очень осторожно, порыв на дизайне. Правая отбежали. Микролабик, выходи. Стой там, жди метку. Жди, пока метка пропадет. Так, правая пойдет опять. Левая пойдет. Левая опять. Так, метка на ханте. На ханте хан выбегай. Правая опять. Кнопку хилим. Левая опять. Пускай бьют еще 10%, снесете, потом стопать будем. Левая пати, отбегайте. Там просто потом метка кинется, отхилит, а не вижу на ком там. Люцифер, Люцифер, выбегай. Левая пати, еще копье летит. Выйдите, кто-то один на рейндж. Из Мелизона, он даун вышел, отлично, все, стойте, остальные там. Все, пускай вар на оранже просто бегает. Так, повороте, отбежа. Не забывайте, что этому Везексу нужно будет все равно сбивать косты, он будет кастовать. Так, левая пати отбежали, даун, выбегая из рейда. Так, появился этот, играйте по... Играйте, поэтому так, правая пати отбежали. Вот сейчас не ловите копья, они сильно дамаж заберут. Каноп, забери, забери. Так, левая пати. Играйте по трусам. Правая пати отбежали. Сейчас метка будет, приготовьтесь. Все по трусам быстрее играйте, больше дамага. Можно уже массой бить, если там не знаете. Все. Левая пати. Вейдер там умирает. Хилил. Влево опять летит. Так, влево опять Люцифер, Джест. Дамаг как-то так. Плохо, все. Правый пати. Добивайте. Вот сразу все сделали. Там без рейда. Пусть умер. Твою мать. Арестните там престов. Арестните двух престов. А, так, это ЧПЕшка. Надо вам вот эту на Америку. А, да. Это мне нужно. Осталось 6 осколков осталось. Ну, заебись. Кто у нас следующий? Талька следующий, но она не играет. Я ранил одно, отдал другое, да?
Ну, в общем, у шеи там, у этого Майдана. Такс. Правильно, можешь тут зайти на кого-то нормального? Слышь, блядь, я вообще охуенный шаман. Да, просто хилов дофига и так себе на самом деле. На ханта там или на мага? Понял, ладно, давай на кого-то вархан. Блядь, понимаешь, у меня такая понятно, что лучше. Я улетаю, ну, кажется, Америка поменьше лучше. Так, я тогда похилю портал. Значит, заходит в порталы. Так. А я иду. Подожди, так, вот сейчас я релогнусь. Пинка плюсует. Третья, четвертая пати заходит в портал. Третья слева, четвертая справа. Значит, у нас Каноп и Белин. А, все понял. Ориентировочно, значит, турбол слева первый, экстримка второй слева, Тоби третий слева, Джанси четвертый слева, Фокус пятый слева, четвертая группа, Хавкер первый справа, Джест второй справа, Альпич третий справа, Фибрилляция четвертый и Зелоны пятый. Но если зайдете не в свой, ничего страшного. Идите к следующему свободному, если ваш занят. У нас двое фукашек. А, да, милики, там на вас вешается дебаф. С дебафом выбегайте из мили-зоны. Сейчас вы будете бить мобов в центре. Пойдемте, все готовы? Пойдем, пойдем быстрее, пока луч нет. Сейчас стойте, если вы в себе там не уверены, вообще стойте, милики, в звездочки и все. Каноп, Белин, центр. Каноп.
Вам танчить. Там. Так, надо метки же ставить. По квадрату играйте всегда. По квадрату точечно. Убил на агреле. Не бегайте по лужам. Нельзя бегать по лужам, мелики. Рейдер воймет. Захильте рейд. Вообще твой. Давай. Сейчас же нельзя стоять на месте, надо двигаться. Нет, нормально. Всегда стоим на месте. Не бегайте, пожалуйста, да, мелики. Там. Те, кто стоит в мелизоне, стойте на месте. Оп, вам подойдет. Вы побегаете только в том случае, если на вас метка. И забегаете вы не в лузе. Не надо никаких диванов. Беги сам, там близковато к боссу, он согреться, наверное. Кто из меликов не знает, как выбегать с меткой, просто стойте в РДД зоне. Все, не бейте вообще первую фазу. Сейчас там рога придет. Полой. Третьего моба на пулю. Это провал безумия, как-то так портал. Тейдинг вообще. Домов эти рогу. Там кто не знает, быстро скажу, здесь будет пакт, с ним надо сбегаться и бегать 30 секунд вдвоем. Красная ниточка будет вас соединять, как на лане. Потом здесь будут зеленые лучи, в них нельзя заходить. От черепа надо будет отбегать, метка будет череп на игрок в рейде. И диспелить все, что вы можете сдиспелить союзников, бить щупальца. Мелики бьют маленькие щупальца, РДД большие. Ну, вообще лучше сначала и РДД тоже помогать меликам слить все маленькие, а потом играть по большим. Потому что маленькие кидают все эти дебафы. Повороте, Джариан, тут. Возвращайтесь. Тримка, Кейзенберг. А Йоксарон кем является? Гуманоидом, демоном? Древним богом. Он бог. Так, сука. Пойдемте, все готовы. Сейчас пройдут лужи. Право обходим эту лужу. Звездочки все. Сейчас подождите, вот это пройдет, побежите. Вот, бегите, танки.
ставишь это класс. Ну. Что, все вставили звездочку и не двигаются больше. Стоите на месте, не двигайтесь. Все равно гуманоида ставишь. Сейчас возле рейда будет один. Не двигайтесь, кто в рейде стоит. Просто стойте на месте. Лови. Выше. Провод ловите. Ставил следующую метку. Отлично. Так, вот этого, который косвенный. Метки, что делать? На мне метки. Ничего, стойте, не двигайтесь просто. Ничего, вообще не бегайте. Заберите среду. Играйте по метке. Ставил метку. Пометки, стопайте в другого играть. В два раза рванутые, милики сдохнут. Ну, нахера так делать, я не знаю. Там перевели, да? Поднимай лисение Хризефилокса, а Рокко пускай валяется. Его не надо поднимать. Мог по-маленькому играйте сначала. По большому РДД, Мелики, не подходите к нему. За... где-то еще должно быть маленькое. За... а, вон оно, за большим. Смотрите, сейчас будет пакт. От черепа отбегите, на Гейзенберге череп, отбегите от него все подальше. Сбегите к пришествию. А кто убил? Большой убил? Пойдем со мной, Настя, мне в портал сейчас надо заходить. Ходите к порталам, сейчас появятся порталы. Лучи аккуратнее. Готовьтесь заранее. Зеленые лучи, не забегаем в них. Осторожно. Зеленый луч ваншотит. Давай Каноп со мной. Мне заходить в портал сейчас. Каноп, беги ко мне. Каноп. Где ты, я не вижу тебя. Ну ты видишь? Где же луч? У нас же луч. Да, нормально. О, как нам повезло. Лучшая комната. Это давай включай. Правая будет выходить направо, также левая налево. Куку на время. Ну вот там есть долг. 20 секунд еще. Отлично, бьем. Сколько там? Все, пора выходить уже. На 8 секунд. Входите, тыкайте портал. Сыграйте по-большому. Дайте мазбаху хотя бы. Лапу при собак. Милики, не подходите к большому. Так, подходите к порталу, он сейчас откроется. Портал, давайте быстрее, быстрее, все к порталу. Так, ну это фиговая комната. Налево, наверное, пойду. Стоп, не дамаг. Дерьмо. А он вылетел, по-моему. Хавкер тут? О. Ты до конца оставался. Да. Ханта у нас нет. Уроки, там еще умер. Сейчас выйдем, жест, подними в повороте. Чего вы не оставались до конца?
Я офигею. Падайте там, в свету. Свету. Не в комнате, короче. Убивайте меня. Я тебе помогу. Ты, по-моему, перевели все-таки, да? Я же сказал оставаться до конца, зачем вы выбегаете? Там остается 2%, вы выбегаете из комнаты, дота тикают, то есть типа бегаете. Я видел, что тебя выкинули. Давайте бегайте. Могли убить. Если бы меня. Мэрио. Папа. А, нет. Я не нашел уже, да? Три видения, одно из них это убийство Карина Лени, по-моему. Только из Альянса. Будет придет, дайте ему сбор. Читать это заклинание. Не бахать. Ты бахаете? Он пришел. Чекаю сразу. Это заклинание еще не готово. Дайте кулак ПДК. Ой, тут у нас дают кулаки. Не покажите, пожалуйста. По 5 минут между троями можно это делать все за одну минуту, если все сразу прожимают встать с тела, сами прибегают, тут же дают бафы. И да, все, все здесь, пойдем, всех как раз луж нет, пойдем быстрее. Звездочка, стоим в звездочке. Вред-то бежит. Петов поставьте на пассив, они активируют эти тоже ушки. Пары. Сейчас будет еще один выйдет. Смотрите. Забирай с меня.
Пощадите их! Бейте без промаха! Играйте по метке, точечно, по метке. Не потому играете, почему срываете? Ставьте петов на пассив. Они по лужам не бегали туда-сюда. Потом Роберт не напитывает. Сейчас не надо, не поднимай руку сейчас. Трясение потом поднимешь, когда переведем. Плесение поднял. А, 10 секунд, окей. Не, а щупальца схватило. Сначала маленькие залейте, за боссом еще маленькая. РДД по большому играйте. Он прям в боссе лежит, подойди поближе и с него. Маленького там косты можно сбивать. Позже отойдите, там шаман. Лучше отойдите. Лизи, Лизи, бегитесь там пак на повороте еще на ком. О, как. Ну, аж, он неправильно стоял. Твой СБС, Джесс, есть БР. Он под лицом был. Конец близок. Есть БР, Джесс. Наверное, я туда. Ну, Огар будет лежать туда. Так, пойдемте, сейчас будут порталы уже скоро. Идите в портал. Повезло опять с комнаты. Что все налево побежали? А справа кто будет пить? Правый пати идет направо, левая налево. Так же, как вы в портал заходите. Корреляция, ну что же вы делаете? Опять дамаг. Помните, если у вас ХП поднимается сильно. Выходите, ну в смысле еще не выходите, выходите так же, вправо и направо, влево и налево. Так же, как и заходили. Все, начинаем выходить. Так, выходим. Входим. Нет, это щупальца. Ходите от большого милики. Сейчас вас ваншотить может. Когда он начинает шевелиться, его уже нельзя бить милика. Так, Альпич далеко от всех, хорошо. А маленькая слева, слейте, слева от босса. Сейчас будут порталы. Заходим в портал. Опять повезло. Ясно. Тут до конца бейте. У нас много времени. Погу, у тебя есть БР, да? Там есть. Хорошо, там... Там мертвый от Вейдер только? Резать, не надо резать, я там поздно бакался. Так, отвернулись сейчас от босса все, отвернулись. Там повернулись и бьем. Твою мать. Повернулись, ну, бьем босса. Знаешь, что их надо держать возле своей двери? Отвернулись, стоп, стопните фут. Отвернулись от босса, отворачивайтесь, отворачивайтесь. Не контролируйтесь, только повернулись, бьем. Отвернулись, отвернулись.
на эти дома, кто обе, что ты смотришь на него? Повернули к нему. За контролики же не убьем. Отвернулись. Пойдите по возможности, бейте, бейте. Отвернулись. Повернулись, бьем. Отвернулись. Вернулись. Берите моба из медизона. Берите. Вернулись. Они сейчас моб убьют. Бьем, повернулись. Аквар законтролился. Сейчас я лягушку кину. Оп. Отвернулись. Убивайте. Вы обречены. Ни вы, ни кто другой, не в силах. Ну, осколок чуть треня. Бля, ну это трень капец, когда престом никогда не упадет. Так, у меня что-то места много. Сейчас я пока Джерину это скину все. Давайте тренера делаем. Вот так вот, пацаны, головами Мирона. Приляться, короче. Чё, Мирон, да? Народ, помогите, пожалуйста, трэш убить, квест сдать на Валамир. Сейчас мы туда пойдем. Рольте рецепт. Рольте рецепт. Голову еще не ролили. Пидан 90. Пока вам выбрали 95. Так. Что у нас тут? Паладин и кинжал. Плечи. Плечи нет, не носит. О, плечи. Смотрите. Смотрите. Опа. Да. 52. Плюс. Пащик кому-то. Дагер. Идем на этот обрушившуюся галерею и уголон. Рано. Рано. Ебать, сразу. Так. Ну, не знаю, что написать. Ролим голову. Ёбаный в рот. Так, голову или тотем? Ну, тотем — это голова, считайте. Ну, не дал, я не дал. Там следующий. 83 Люциферс тоже недавно ходишь. Там следующий. Это 3, да? Следующий Фога. Ну, Фога давно вроде ходит. Можно отдать. Что скажете? Да, я за Фогу посланника делал. Ну, по крайней мере, катапалом танчит, там, друидом старается. Ну, а слакай в каждом инсте. Слакер. Ну тогда не было. Ну я ничего такого особо за ним слакерного не замечал. Может я, конечно. Мы слезы же не будем делать. На первом трае в луче сдох, например. Я ничего не хочу, конечно, погубить его. Так-то если я сдох в луче, а на меня кинулся этот, как его. Короче, не кричите, отдай Фоги.
Но он всегда ходит, во всяком случае. Там чуваку квест надо сдать. Фога. Пусть даст трайт, я не буду. Дай трайт, Фога. Джанси, дай трайт. Побежал к нему. Ладно, Джанси. Я нарушал, могу дать? Да, можешь, заходи. Давай, сейчас только не ливай с пати. А, ну или заходи, и плюс они просто эти возьму, чтобы ЕП потом не чистить. Короче, тут будут, значит, звезды, когда их разбивают, под ними появляется такой черный портал. В момент, когда их разбивают, вы должны стоять от них на расстоянии минимум 15 метров, чтобы их не повалить. Та звезда, которую разбивает, на нее будет ставить мелку. Поэтому все мелики от нее отбегают. Затем, значит, будут такие красные метки, эти кара, появляться под тремя игроками прежде. Их надо отбежать. Значит, вас сваншотит. Затем он будет кастовать суровый удар, а вот когда он кастует суровый удар, надо будет всем забежать в эти черные порталы, которые остаются после взрыва звезд. Все, все так. You will die. Перекинь меня. Так, теперь у нас тоже пойдем сюда. Ты же шаман, которому надо чистить трэш. Ну, заходи, этот. Кто там, кому квест надо было сдать, заходи. Че, слезы делаем? Какие слезы, ты что? Что-то же типа не похоже. Мы учим тактику. А что ее учить? Тактики. Ты сейчас рассказывать будешь еще раз? Нет, я уже рассказал. Блять. Отбегайте от кары, я все буду озвучивать. Ну, почти все. Стараться, во всяком случае. Танки все знают. Все все знают. Из ключевых ролей я рассказал для обычного ДД. Отбегайте с кары во время каста сурового удара, забегайте в этот самый. В черный портал. Когда будут разбивать звезды, стойте от них подальше. Та звезда, которую разбивают, на ней будет метка. Фокус, ты у нас будешь главный по звездам, ставишь метки. Кто еще может ему помочь подбивать? А, да, давайте еще один танк нужен нам. Ангелик, спекните, пожалуйста. Белин с этим, с канобом танчит босса, а Англиф позаводишь везде. Бля, давай это как-то ускорять. Тос, повороти, господи. Скиньте макрос ВРК на метку, пожалуйста. Кто не на этом крестке. Просто нечто. Просто бейзи. Чем ты либо в повороте мы бьем у галлона. Слышишь, просто бейзи. Я тебе буду помогать бить. Ладно. Нахуй эти метки. Стыкните на сумо, он быстрее. Бля, то давайте в натуре ускорять это все дело, да. Чекаю. А, макрос. Кто поставил портал? Вот такие имбецилы. Присумуйте хламончика. Ч
чё, давай, раз так, типа, учим ГП там из-за смерти, тупо и будем начислять. А то мы так никогда... Слышишь, на суровых ударах, типа, оставаться танками или ШП оставаться? Помочек здесь. Чего ШП? Все в ШП, да. Все присты в ШП. Я говорю, этот самый, на суровом ударе остаются танки или ШП присты? Там Белин останется, ты-то заходишь, он же тебя заберет, ты первый же танчишь. Эти стаки будут, он тебя заберет, ты в любом случае заходишь. Там ШП могут остаться, Белин, мы все равно за один, скорее всего, переведем. Так, охламончик у нас в ордру, блин, ну ладно, тогда я... Блин, я не знаю. Хорошо, я ванных аспекаюсь, дайте мне сейчас... Не сейчас, вот я аспекну, Синер, дайте мне. Дайте Инер. Бутербол. И кулак еще можно. Все, чекаю. Пойдемте. Распространитесь равномерно вокруг босса. Ты все рассказал, да? Что в дырь надо заходить. Ну, я вкратце сказал. Да. Эйдан, экстримка. Зайдите за линию. Вейдера нет. Все, все готовы. Начинай. На мне каски этого кулака нет. Будет дай по шаманам кулак. И по ханту, по-моему, тоже. Да, и по ханту тоже. Пантеон получит сообщение от наблюдателя. 300 баф еще дайте. Дойдите от босса, от Вейдера. Дойди. Сейчас он тебя долбанет, ты сдохнешь вначале будет. Непостижимую даже для величайших умов. Сразу рост. Сразу звезду любую бей на выбор. Зерби, короче. Так поставлю, мэн. Звезды помогут мне. Так, сейчас будет кара, приготовились. Отойди, зерби, подбежим. Взорвется. Вот, видите, отойди, красный, демон. Красные метки. Я пьем дальше. Забивай следующий. А от звездочки отойдите. Кто провалился, да? Сейчас опять будет кара. Звездочка разбивается, приготовьтесь. Подожди, стоп, не по той, которая метка, там еще одна. Да-да-да, я вижу, вижу. Так, отбежали от кара. Кара, отбежали. Взрывается метка, захиливайте рейд. Да, вышли со звездия. Звали Англи спекнулся уже. И не видел. Все подходите к звездочке. Будем заходить в эту дыру. Сейчас будет скоро суровый. Надо будет зайти. А, звездочка. Отходите от звезды. Я понял. Жок. Заходим в звезды. Так, сколько народу сдохло? Да, блин. Так, бежим. А, так, Берти Фогу, Лисения, поднимай Фогу. Фога, поднимай Хламончика, Хламончик, поднимай Джанси. Взрывается звезда. Так, кара, отбежали. Пока не буду взрывать. Захильте рейд. Взрываю. Ну, там поднимали, там нет? Ну, я поэтому и не хотел спекаться в ДД, но, блин, у нас 5 хилов, и так, 5 хилов. Эти. Дичь же. Ну, давай пробуем, играйте по боссу. Только бы танка подняли. Может, ДД вдруг хватит, и мы переведем сейчас на третью фазу. Ну, вряд ли, на самом деле. Пойдем сейчас. Смотрите, когда первый суровый, вы где видите, подводит созвездие кара, бегите.
Вот надо бежать к тем дырам черным, возле которых нету, заходите там, возле которых нету созвездий. Ну все, падаем, там танки умерли. Давай я поэрэлю нахуй, это рейд нубов каких-то, сейчас надо все нормально объяснить. Да бля, может давайте просто разойдемся нахуй. Я уже заебался. Да мы охуели, разойдемся. Падают 5 человек нахуй, на суровом ударе. Если мы каждый раз не можем его нормально убить, потому что постоянно новые люди в рейде. Ну или даже не новые, а я не знаю. Каждый раз же вроде объясняю. Бля, им тяжело это нахуй, они не понимают, что падает. Чем рейд, больше мы будем тратить, тем больше компания. Люди будут привыкать. Да, мне кажется, ну, чем больше ГП им давать, тем скорее, блядь. Ну, эта ж, сука, надо быть тупым. Ну, я не знаю, сейчас Джерем, например, не зашел в портал. От них отбежать, тоже, блядь. Совсем. Пизда, нахуй. Пизда, нахуй. Давайте, вот вы... Сейчас на ГП будет трай. Кто сдохнет, получит 200 ГП на первом суровом ударе. Будем падать после него сразу. Ну там два трая дадим сейчас и разойдемся. Два трая сейчас дадим, и все, все нормально. Значит, Англиф, ты только по созвездиям. Ты заводишь созвездия в черные дыры. Белин с Канобом танчит босса, меняться знаете как. Фокус с Гаттерболом будете бить... Гаттербол, ты Энг, да? Да. Ты будешь бить вместе с фокусом. То есть фокус бьет, а ты ему ассистишь. И зергаешь, помогаешь зергать звезды вспыхивающие. И еще Алпич с Пекой с ФДЦ. Пятая пати все хилы, кроме тебя, да? Я Алпич ФДЦ. У нас еще Охламончик хилы. Ага, хорошо. Пятый пати все хилы и еще Охламончик, да? Да. Пойдет 6 хилов нормально. ДПС и стабильно. Так, давай, Алпич. Сейчас я поставлю на голос. Подходите к Алгалону, бахайтесь. Привет, смотрите. Не надо ничего уступать. Там был пустой слот, я его взял. Там просто вот получилось так, что дырки были на разных концах платформы, и кто-то зашел и закрыл за собой созвездием. Сумаете? В конце в качестве бонуса еще боешки разрулит. Да-да-да, я понял. Блин, зайди сюда. Только стой, Войт, стой, Войт, у меня антивирус обновляется. Пару секунд.
Сейчас, секунду. Смотрите, еще перед Суровым я побегу в ту дырку, которая будет подальше от созвездий находиться, это кружок. Вот если вы пойдете туда, то вы зайдете. Ну, потому что часто бывает, что созвездия на ком-то висят, они заходят в эту дырку, и она закрывается, и остальные все умирают, потому что не успевают добежать до следующей. Окей. Ну лол, блядь, сейчас будем. Сука. Да, сейчас у меня ноутбук появится. Подожди, подожди, я отрезвлюсь. Фокус, а ты какую метку будешь ставить? Квадратик? Квадрат. Квадрат. Мучик кадет одинал. Все. Квадрат. Зашел.
Я был в портале, почему-то вышел и, блядь, сдох, не знаю, я был в портале. Ты не отошел в сторону, блядь. Отошел в сторону, и в этой инсте, блядь, не первый раз, не надо мне рассказывать, где я был. Я сказал, зашел в портал. Ты кто, Ориган? Ох, хочешь, давай, как бы, мне без разницы, я сказал, что я был в портале, меня вышел и сразу... Кто это говори? Ориган говорит? Ну, Орегано зашел в портал. Он умер от того, что его там не захилили. Это я точно могу сказать. Щит маны там можно. Выбор, наверное, не стоит. Там она может выкинуть. Я не знаю, как она работает. Выкидывать там из этих порталов. Вы там попадает, нет. Сейчас босс бьет. Все, убил. Заранее подбеги, блядь, к этой хуйне, блядь. Войт, а если... Что, ты что слышишь, сидишь? Войт. Я не успел подбежать, блядь. Войт. Слышно? А если чуть раньше зайти, допустим, он, получается, и закончится раньше, выйдешь, получается, да? Ну, нет, на пару секунд и все. Ну, зашел на второй, на третьей секунды, допустим, то раньше тебя выкинет тогда. Там кто-то быстро зашел, какой-то РШАМ, что ли, я видел. Ты забежал, как еще каст даже, но вот он только начался, ты забежал, там где-то на середине каста надо заходить. Фибрилляция ты тут еще? Да, фибрилляция уходит. 24 бурик. Хавкер, ты получаешь ЕП на шаман, да? Да. От сурового недалеко убежал. Из одного в другой выбежал, короче. Не про суровый, он про этот, про камень. Да. Да, видимо, его нету. Давай хламончика спека и в этого танка. И 5 хилов они похили. Видимо, нет, я ему рассказываю. Надо кто-то? Так нет, у нас... Да у нас ласт драйв забили.
Хочешь, я тоже хил аспекте. Козырак и так в хиле. В смысле, мы в 6 хилов сейчас шли, я же сказал. 5-е, да, если ты Альпич в ДЦ спекал, то да. И хламончик еще был, да? А, то есть 7 у нас было хилов. Ну что, 7 хилов было и вайпнулись? Да. Да, захожу. Не могу пригласить члена другой группы. Да если нахера 6 хилов, это шо? Синдрат 25 гир, что ли? Дайте пристабафа 5. Под боссом никто сейчас не стойте. Дайте кулак по шаману. Пристабаф дайте. Все готов. Ваши действия нелогичны. Отойдите от босса. В этой схватке просчитан. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Да нет, просто он вроде этим шаманом бегал. Стопни в другую, стопни, стопни, стопни. Кара, бой. 500 гп. Просто не подходит. Смотрите, куда пошла печенька, вот там будем заходить. Делаю то, что должен. Так блин, а где шаманы? Что там какой-то днище шаман играет, который не хилит? Или это Элем хер его знает? Я почему это ем? Может, потому что я сдох, ебать, умный. Шаман говорит. И что там про шамана говорит? Чё ты так разговариваешь? Нормально разговариваю.
Я тут первый раз, что ты въебываешься. Без проблем. Только нет. А где? Их нет. Ёлки. Фу. Давай лучше шаманом зайду по хилю. Блять, я худею, короче. Не, у меня эти бомбы. В смысле, не бомбы эти, которые звезды. Ну, с эфирной дыры. Варенька там не виноват. Я на шамана спрыгну быстро. Сука. Не, тут прямой хил надо, а не хоты. Нафиг ты 500 ты кидаешь, по сотке кидай. Это прямой. Ты же умеешь по 200 будет или по 300 там. И себе тоже. Себе 200. Шаман 300 сними, Гейзенбергу. В смысле? Ой, ну это типа несправедливо. Себе 200, ну. Я тебе объясняю, я первый раз, я не видел, что за метка. А чё, Войд себе накинул 200, остальным 500? Блин, шаману только. Одному 500. Чё только шаману? Чё себе не накинул? Ты же говорил, что всем будешь покидать по 500. Ну вот, кидай себе тоже. Войду там, кто ещё умирал. Это Войд, блядь, ну, нехуй, блядь, тут отмазываться теперь. Сказал 500, блядь, будь пацаном. Ты... нервничает. Пацан сказал, вред, пацан сделал. А это чей? Это, Войд, не кикай людей, которые там. Не надо, блин. Это те, которым ЕП надо накинуть еще. У меня дом выключен. Да ладно. Вот офнутые пускай останутся. Так, еще микролабик сейчас. Так что за ракитните. Я же палом в рейде. Мне потом на мага зайду туда и просто. А, все. Я ладно, им ты... шел. Окей, не кикай вот тех оставшихся. Что за ракитните? Да-да, я тут. Поменяй меня, Войд, все, мне уже надо идти. Чего там Warcraft 3 уже в втором окне загрузился? Отвечаю уже в игре. Давайте сейчас убьем быстро, сейчас захилим, задамажим, все нормально будет. Пацанам, куда ты идешь? Куда ты уходишь? Скажи пацанам, я ухожу. Я уже в игре, в Warcraft 3. Да меня уже ждут, час, ебаный в рот. Подожди. Там без меня убьете. Скажи, пусть еще 3 минуты подождут, что они сдохнут или что. Да я в игре уже жарю. На эхо играю. Где играешь? Сейчас зайду, это снимаем. Карта открыла эхо. Ну, вообще там бомбы взорвали, две штуки, я потом добил трэш. На фулл он получает шаман, который был. Было прикольно, если
Час проходит, Лаголона не убивается, и, короче, вайп всего мира, все умирают. Значит, ГП ебанул, правильно. Василий. Да, лучше бы удалялась Вов, конечно. Василий, зачем мне 200 ГП, нахуй? Люди, там ГП точечно, дай, пожалуйста, помни. Чего я сдох? РДРУ еще уходит, Войт. А там все сдохли, там не было ебаной черной дыры. Блять, ты серьезно? Ну типа то, что взорвали две звезды, ебать, меня ваншотнуло, это ничего, ебать, и мне 200 ГП, так что... Там это, там, ну, ты Грини зря дал, Грини там не виноват, так само, как Варенька. Шары, блять, открой свой гипербол. Утербол, ты... Ну, ноги, да, уже... да, тихо. Свидание, ребят. Не говорите все вместе. О, Утербол, Войт уже снял 300, начисли обратно. Ты уже снял? Ну, блин, хрен ли ты ему 500 дал? Войт снял уже, блин. Так, и начисли, 300 снял, 200 добавил, блин, добавь еще 100. Почему 800? Ты же фулли сейчас снимал, а не Кейсенберг. Короче, похуй вообще. Я не знаю, что вы там мудрите, давайте это начинать. Никита такой 7-8 группу, я ему потом в конце рейда нормально раскину гипер там. Здесь все записано. Короче, бля, вот, давай этот, прекращайте, либо начинаем, либо, блядь, нехуй мучить писюну, блядь. Счет как-то у вас херово с математикой, вы сняли шаману 600 и начислили 200. Ну так-то да, ну похуй. Ну, отняли 600 и добавил 200, блядь, вот, 100 ГП ты ему дал. Ну не суть, ну мне похуй вообще, мне кто-то... Ну так что ты так будет? Да блин, нормально. Пускай лучше ему минус 100 будет, чем плюс 100, правильно? Я вообще нахуя. Чё ты делаешь, Вой, блин? Чё за херня? Сними вот эти 300. Да, короче, бля, друид ебал в рот, нахуй, друид не заходит. Подумал, ну нахуй, войда его ХП, блядь. Нафиг ты кикаешь, что, блин, им же ЕП надо накинуть. Ой, Войт, ёб твою мать. Давай, я начислю. Не начисляй. Да, он сейчас не будет ничего, пацаны, вообще. Короче, мы будем его бить или нет? Вот. А ща, ну, ну чё, мне это нужно, звёздный скиталец, там, туда-сюда, ждите. Не бейте его, прям сейчас его хуярит, сейчас, может, и захуярит. Не надо. Так. Не, ассиста, пожалуйста. Кто там? Вуни, дай мне ассист. Вон, возьмите эскалайты сюда, он толковый. Намер вон там, блин. Бетона вон. Почему они? Да не, они дохнут на каре. Я сниму потом этого шамана, просто не пишите ничего про него. Вот, ну, короче.
Вот заходит на танк, или ты просто ливнул? Ой, ты еще здесь? Так, кто тут? Я пока накину всем, кто там 8 хватит. Не кидайте сейчас никому ничего. На этом кого кикал? Сколько их человек? Ты кикнул только микролабика, нормально. Ну и друида, и друиду я накинул. Микролабик в рейде. Не знаю, с таким отношением, как люди нихуя не делают, нихуя, ну, смотрят в потолок, вместо того, чтобы один раз прочитать тактику, послушать Рэва, посмотреть на метки, на кого отбежать, убить босса. Блин, я пропал. Блин. Короче, вот ты где там, да? Чё ты хочешь? Ты почему с рейда ливнул? А чё, вы бить собираетесь? Бля, как... Мы тебя ждём тут так, ты молча это сделал как-то. Просто капитан очевидность, не, бля, я просто, ну... Тебя сидят тут, все ждут. Лок, шкафани, блядь, сумоньте войда. Сейчас. Все будет, я тут сейчас типа пособираю, напишу в ВК, давай. Он же это не может сделать, сейчас я бью босса. У вас 20 минут осталось, Джерин, слышишь, 20 минут. Да, я вижу время, все хорошо. Не пишешь ВКонтакте. Вижу время, так, Джаспанк зашел, Лампуа зашел, ДЦ, Альпич, ДЦ, шел. На другого перса забил, то это ретрик бесполезный. Возьмите на сумон, ребят. Ну, как хочешь, заходи на другого, мне-то чё. Стоит стадо, блядь, да. Никто не может тыкнуть. Кирилл, тыкай сумоними. Я, погоди, я тут занят, я считаю ЖП. Вот, Фьера я ещё не накинул. Сколько Фьера? Кого ещё сумоним? Плюсаните. Жмите на сумон. Вообще надо сделать правило такое, пришли на Алгалон, убить, пока он не исчезнет. Вот это... Да, бля, я в этой бесполезной ульде убил, бля, сегодня, бля, 3 часа уже. Ну, сейчас четвертый.